Всем привет, друзья! Сейчас я покажу вам десятку новых и крутых вещей с сайта AliExpress. Досмотрите это видео до конца и примите участие в конкурсе, ведь любой товар из этого видео может стать твоим. Все ссылки на товары, как всегда, в описании. Поставь лайк и поехали! Если ты увлекаешься, хоть чуточку разбираешься в спорте и при этом хочешь на этом неплохо заработать, то переходи на сайт букмекерской компании 1xbet. Тут всегда высокие коэффициенты и большие выигрыши. Зарегистрируйтесь на сайте самого надежного букмекера прямо сейчас. Универсальная открывалка объединяет в себе функционал целых 6 кухонных аксессуаров. С ее помощью вы справитесь с жестяными стеклянными банками любого диаметра, пластмассовыми стеклянными бутылками и даже тарой с открывалкой кольцом или накладной крышкой. Целых 6 функций в одном аксессуаре. При этом открывалка не оставляет острых краев и зазубрин, а вырезанная крышка не проваливается внутрь консервной банки. Режущие части открывалки выполнены из нержавеющей стали. Она прочна и долговечна, поэтому ножи сохраняют свою остроту в течение длительного времени. Американские разработчики выпустили третью усовершенствованную версию электронного пера. Новинка транслирует написание от руки на любом устройстве, будь то смартфон или планшет. В основном обновлению подверглась система связи ручки устройства считывания. Раньше для работы было необходимо подключение к Wi-Fi. Теперь устройство функционирует и через Bluetooth-соединение, так что писать можно и при отсутствии интернета. Еще одно новшество модели – расширенные возможности памяти. Если под рукой нет iOS-устройства, умная ручка запомнит все вами написанное и при подключении к iPad или к iPhone перенесет это на экран. Китайская компания разработала самый маленький в мире арбалет, который стреляет обычными зубочистками или ватными палочками. Орудие производится из нержавеющей стали и поставляется в виде мини-конструктора с винтиками, тетивой и отверткой, при помощи которой можно осуществить нехитрую сборку, следуя иллюстрированным инструкциям. Малютка легко умещается на ладони, позволяя стрелять одной рукой, оперативно перезаряжая арбалет другой. Арбалетик прекрасно подходит для розыгрыша или соревнований на меткость попадания в цель. Это очень крутая необычная шариковая ручка в виде волчка, которая левитирует над своей подставкой в горизонтальном положении, что вызовет восторг и восхищение у тех людей, которые увидят ее первый раз. Она способна очень долго вращаться вокруг своей оси, что несомненно порадует вас и ваших друзей. На сегодняшний день такое изделие, как бахилы, используется не только в медицинских учреждениях, но и в быту обычных граждан. Современные модные тенденции диктуют свои правила обувной промышленности, а удобные многоразовые бахилы стали отличной альтернативной резиновым сапогам. Водонепроницаемые бахилы стильного дизайна защитят вашу любимую обувь от влаги и грязи в пасмурный дождливый день. Рельефность подошвы создается при помощи своеобразных пупурышек, поэтому вы будете защищены от скольжения по мокрым поверхностям. Портативное многофункциональное устройство совмещает в себе сразу 3 устройства. Это беспроводная колонка для прослушивания музыки, удобная селфи-палка и внешний аккумулятор. С помощью раздвижного селфи-штатива вы сможете сделать яркие и красивые кадры. Угол поворота 360 градусов. На колонке имеется разъем USB, micro-USB и слот для карты памяти. Этот электронасос оборудован встроенным мощным аккумулятором, работы которого хватит на продолжительное время. Он универсальный и практичный, а главное, многофункциональный. Им можно накачать не только футбольный или баскетбольный мяч, но и велосипедные колеса, колеса автомобилей и небольшие надувные матрасы. А встроенный аккумулятор избавит вас от постоянной необходимости качать воздух руками или ногами. Все автоматизированное уже давно сделано за вас. Вам нужно будет лишь подключить насос к предмету, который вы хотите накачать. Супер быстрая и малая машинка – это самое настоящее чудо, которое порадует сразу несколькими вещами. Это не только машина, но также электроспиннер и даже брелок. Машина перемещается на огромной скорости. Можно включить одну из двух возможных передач. Она способна проводить вращение на 360 градусов. А благодаря светодиодной подсветке с машиной можно играться даже при выключенном свете вечером. Это наручное устройство в виде перстня, которое не даст вам уснуть за рулем. На держателях устройства расположены 8 измерительных контактов, соприкасающихся с кожей на пальцах водителя. Он непрерывно контролирует состояние водителя по изменению проводимости кожи и в опасной ситуации выдает предупредительные сигналы в виде вибраций и громкого звука.
На рынке компьютерных технологий стала выделяться отдельная категория устройств – мини-ПК, которые также называют многофункциональными консолями. Эти устройства работают на операционной системе Android. За счет наличия собственной операционной системы Android, такой же, как и на телефонах и планшетах, он является независимым многофункциональным устройством, то есть ее можно использовать как мультимедиа-плеер, как игровую приставку с доступом ко всем Android-играм и приложениям, или же как персональный компьютер. Ну а чтобы принять участие в конкурсе на любой товар из этого видео, вам нужно написать в комментариях, какой товар вы бы хотели получить. Как только видео наберет 5000 лайков, я объявлю результаты. Результаты предыдущих конкурсов есть в моей группе ВКонтакте. На этом все. Всем удачи и пока!